Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Понедельник, 19 часов 10 минут. Медиаинформ, Игорь Киселев. И, как я вам и обещал, очень-очень интересная встреча в гостях у меня. Внимание! Сначала представляю человека, а потом долго-долго-долго его. Александр Горачук. Не хочется пошличать и говорить «он же». Александр, вице-президент Альянс Францесс, преподаватель университета, административный менеджер французского предприятия. Не будем называть, чтобы не обвинили в рекламе. Да. Хотя, поверьте, уважаемые телезрители, здесь это не суть, важно. И я вот без тени иронии говорю с гордостью. Это человек, который награжден вот буквально в субботу, вот буквально позавчера, орденом Республики Франции, который называется «За заслуги». А сегодня очень здорово, 14 июля, пригласить Александра в студию, потому что то, над чем шутил весь Советский Союз, день взятия Бастилии, на самом деле во Франции национальный праздник. И сегодня мы встречаемся в день национального праздника Франции с человеком, который вот для Одессы с точки зрения современной дружбы с Францией сделал очень много. Рад приветствовать. Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, Игорь. Телезрители, если я буду сбиваться на «ты», мы просто очень-очень давно знакомы и в замечательных отношениях. Саша, начинаем говорить. Итак, орден за заслуги. Все, что я успел вычитать, он был учрежден Деголем в 1963 году, а был учрежден не на пустом месте. Дело в том, что до этого во Франции существовало много орденов, которые в той или иной мере они награждались люди за заслуги в какой-то сфере. Они были объединены в единый орден, и теперь во Франции, в Республике Франция принято награждать этим орденом, ну, как бы за заслуги в любой сфере, если страна считает эти заслуги выдающимися, как в твоем случае. Да. За что, Саша, за что? За рассказывай что? Городу. Вот так прямо, да? Ну, может быть, где-нибудь вот, в бывшей дружественной стране, скажем так, вот к северу, то, скорее всего, можно было сказать, что вот, национал предательства, вероятно. Вот, потому что, как бы, да. В общем, знаете ли, как бы... Работаю на интересы французской культуры уже достаточно долго, достаточно много лет. На интересы французской культуры в Одессе. Да, в Одессе, в Украине также. Вот, в разных ипостасях, как бы, как, собственно, в культуре в чистом смысле слова, так и в экономической культуре. Вот, стараюсь как бы соединять как бы, две ипостаси. А вот сколько вот так вот прямые контакты с французами? Ну, мой как бы, первый прямо, как бы, контакт с Францией — это 66-й год. Я один раз, в общем-то, так вот французов немножко так чуть-чуть подкалываю и говорю, что на самом деле очень многие, да, что вот я, в общем-то, первые французские слова произнес еще до того, как вы родились на этот белый свет. А вот это, собственно, через моего уже, увы, ушедшего в мир иной отца, который был физик, стажировался, в общем-то, еще по следам, отходивший в прошлое оттепели хрущевской, престижном учебном заведении французском научном. Вот. И, собственно, тогда, вот, тогда в 1966 году вот, научил меня первым словам и первой французской песенке, в которой, кстати, звучало слово «шевалье», то есть «кавалер». Вот, то есть «кавалер», «шевалье», «рыцарь», вот, собственно, который я услышал 12 да, вот, июля, когда мне вручали этот самый орден «кавалер», «шевалье», «рыцарь» ордена за заслуги. Вот. Вот с тех пор, собственно, французский язык вошел в мою жизнь, и, в общем, я как бы, употреблял его в разных ипостасях. А как вот в советское время было слыть человеком, который, ну, скажем так, дружит к Франции, стремится к общению с Францией? Все-таки, ну, ценз был, то есть, ну, может быть, не очень жесткий в Одессе, но ценз был. Советский Союз был, и капиталистическое, был, причем яркое. Конечно. Ну, знаете, отношение к Франции, в общем-то, оно всегда, в общем-то, было такое, в советские времена, оно было несколько амбивалентным таким чуть-чуть, потому что все-таки Деголь, да, вот он слыл как политический деятель, вот, который хочет быть максимально независим от влияния США, там, вышел из военной организации НАТО, и поэтому как бы, отношение к Франции было такое, скажем, более терпимое, вот, что, собственно, и приводило к тому, что, например, в общем-то, на той кафедре, на которой я когда-то учился, и которой я по-прежнему работаю, в советские времена была вещь совершенно неслыханная. Насколько я знаю, она была неслыхана вообще в масштабах всего Союза. Это, может быть, еще одесская специфика, я сейчас уточню, какая.
Но у нас постоянно был французский лектор. То есть был француз, француженка, а то и пара французов, которые у нас преподавали в советские времена. В самые как бы, времена глухого такого железного занавеса. И у нас была очень интересная библиотека, которую мы тоже получили через этих всяких французов. И вот когда-то еще будучи начинающим преподавателем, мне пришлось разбирать библиотеку. Вот я нашел там интересные книжки, всякие переводы на французский язык советских диссидентов, которые тоже каким-то образом попадали в эту библиотеку. Но это, вероятно, все-таки Одесса, плюс еще совершенно замечательная личность, о которой сейчас стоит упомянуть, поскольку мы сейчас немножко как бы говорим об истории франкофонии, ну, конечно, абстрагируясь от Лонжерона и Дюка де Ришелье, вот, в Одессе, да? И просто был такой замечательный совершенно человек, Аксентий Аксентьевич Гриценко. Вот, колоритнейшая такая, одесская такая фигура, который вот, вот в эти вот достаточно мрачные времена ухитрился наладить отношения с французским посольством, и не загреметь за это никакие... Да просто не быть уволенным. Да, и он, в общем-то, он занимал напряжение всей своей как бы, карьеры, занимал какие-то значительные должности, он был деканом нашего факультета, он был заведующим кафедрой, там, доцентом и так далее. Вот благодаря этому человеку, в общем-то, этот контакт с французским языком у нас был самый живой, животрепещущий. А в советское время удавалось съездить в Францию или во франко-говорящую страну? Ну, скажем так, удавалось. Конечно, это было весьма памятное первое путешествие. Это был 82-й год, если мне память не изменяет, когда, вот, ну, опять же, вот, нынче это не модно вспоминать, но в советское время был отличником. И вот отличником я попал в группу. Сейчас возвращается. Я... Очень радуюсь этому. Провал был в 90-х. Ну, я не знаю, вот мы поговорим у тебя как преподавателю университета, наверное, это ближе и понятней. Но вот мне кажется, что вот провал вот был некий вот после 90-х годов, где-то вот ближе к концу 90-х, может быть, начало 2000-х. А сейчас наоборот. Ну, если не модно хорошо учиться, то не забывают об этом упомянуть молодые люди. Ну, скажем так, я все-таки хотелось бы верить, что именно так, потому что мой как бы опыт... Университетское преподавание скорее говорит о провале, который, в общем-то, я могу, конечно, демонстрировать, как Остап Бендер в свое время показывает, вот, который длится и продолжается, этот провал. Ну, короче, значит, я попал в этом качестве отличника в группу тщательно отобранных студентов, которые должны были учиться вот как раз в Альянс Франсайзе в Париже на протяжении 2 недель. И под плотным как бы, конвоем комсомольских работников и просто КГБшников нас отвезли тогда в Париж. А КГБшники знали французский? Вот, интересно. Судя по всему, плохо. Потому что, скажем, по некоторым эпизодам можно было судить, что не слишком блистали они этими познаниями. Ну, в общем, вот такая вот, собственно, была первая поездка в советские еще времена во Францию. Весьма, конечно, памятная, потому что у меня вот такая деталь комическая. Из-за сильного насморка в самолете напрочь заложило уши. И вот я приехал, значит, изучить французский язык, да, вот, ну, по крайней мере, его улучшать, а полностью вот, потерявшим как бы, фактически слух. Вот. Ну и, в общем, я довольно долго что-то такое бормотал, и сам тебя не слыша. А это очень важно себя слышать, когда говоришь на иностранном языке, это как музыкальный примерно инструмент, когда ты, музыка языка через тебя проходит, должен вибрировать. Как. Вот. Ну, зато благодаря этому Париж мне запомнился в 1982 году совершенно уникально, потому что это была компенсация отсутствия слуховых восприятий. Запахи сильнейшие, хороший сигарет, хорошего кофе французского, французских багетов и так далее, круассанов и прочих вещей, и зрелище. Вот это вот очень сильное было впечатление. Понятно, что оно меня не отвратило от французской культуры. То есть я продолжил по той же самой стезе идти. Ну и так дальше уже было всякое. А вот сейчас, тогда и понятно, что контраст был разительный. Опять-таки, вот именно самых простых вещей, вот тех же сигарет, того же кофе. Да. Я не беру что-то изысканного. Сейчас такая же разительная разница. Извините за тавтологию. Да не, ну полностью батенька, ну ничего. Ну, сейчас как бы вот Париж, конечно, шокирует несколько другим, насколько я знаю. Это, знаете, стал уже общим местом, когда вот туда приезжают, говорят, о, там мы понаехали и так далее и тому подобное. Вот, то есть как бы впечатление, конечно, от Парижа у как бы среднего, что ли, человек путешествует, в общем-то, ну, как бы сейчас изменилось.
Плюс у него еще такая пьеса, немножко такая легкая, такая слегонца такая, чуть-чуть такой легкий снобизм. В общем, мы с тебе путешествуем всюду, и в Париж нас не только в Париж пускают, вот комсомольским сопровождением, но еще и многие другие города нас пускают. Вот, поэтому, мол, вот есть такая вот, стала таким признаком своеобразного такого бонтона Париж поминать. Но тем не менее, Париж, конечно, это замечательный совершенно город. Ну, опять же, общее место вспоминать Хемингуэя, но это великолепное место. Еще об одной штуке, наверное, надеюсь, успею, нам хватит времени добежать до университета, есть пару вопросов. Хотел вот какой вопрос задать. Есть замечательная организация «Альянс Францез». Вот там вот абсолютно не потому, что мы с Сашей знакомы там достаточно много лет, просто потому, что вот мой сын захотел, он там учится. И я, честно, никогда вот Саша не знал, я никогда ему не делаю протекцию. Парень учится сам, и слава богу, вроде у него получается. Но меня интересует логика французской стороны. Для чего? То есть, когда поломался... Я объясню просто, в чем мои сомнения. Может быть, их разделяют телезрители. Когда ушло понятие из нашей жизни «железный занавес», было понятно, да? То есть, Запад в какой-то мере заинтересован сближению для того, чтобы... А, самим интересно понять эту страну, которая вот какая-то там загадочная и другая была. Б, это сближение, чтобы каким-то образом, там, многие подразумевают, там, подмять под себя, еще что-то. Можно говорить все, что угодно. Но это первое время. То есть, объяснять, вот любые объяснения подходят сейчас. Вот сейчас вроде бы уже достаточно серьезный обмен между странами. И бизнес-обмен, туристический обмен. Да нет сейчас, в принципе, проблем, кроме общей проблемы всего мира – деньги, да, то есть финансовые возможности. А зачем Франции вкладывать деньги, чтобы здесь одесские ребята изучали французский язык? В чем, как говорят в Одессе, гешефт государства? Ну, скажем так, здесь вот есть такая замечательная инерция, я бы так сказал, вот это еще с 19 века длящаяся, то есть с момента основания Альянс Франсайза, французского альянса, в Париже, вот в середине 19 века, которая вот где-то вот продолжает вот еще вот тот импульс, который вот задали французские просветители, 18 век, когда вот французский язык был символом или синонимом, скажем так, культуры, да, определенного как бы уровня рафинированности. Вот. И потом, как бы, кстати, ну, действительно, вот этот инструмент, который, в общем-то, французского культурного влияния воспринимался в некоторых драматических обстоятельствах как действительно инструмент и политического влияния также, потому что, например, немцы, интересная деталь, вот нацисты, некая экспансия. Когда нацисты приходили в какой-либо город, они там, ну, помимо традиционного, в общем-то, да, вот своих врагов, да, вот там коммунистов, евреев и так далее, они, значит, закрывали масонскую ложу и Альянс Франсайз. Вот так вот. Это как бы атрибут экспансии нацистской. Но немцы и французы, они всегда конкурировали по поводу культуры, да? Вот, да, вот, да. До Второй мировой войны и до Первой мировой войны. По большому счету, там, да. Гёте, там, до где-то так, до Миттерана. Они считались, и тем не менее, немцы сами во время оккупации Франции вели там все, это, пожалуй, единственная страна, где они более-менее цивилизованно себя вели. Более-менее, естественно. Ну да, притом, значит, должен сказать, что... Ну, не сравнить с другими государствами. Конечно, 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 потому что... Французы вообще, они, как бы, тот прием, который они устроили немцам, вот он, знаете, до сих пор как бы еще предмет дискуссии, потому что, что греха таить, помимо маки, сопротивления французского, была еще как бы такая вот прочная такая вот история долговременная, коллаборация, так называемая, коллаборацион, то есть сотрудничество с оккупантами, значит, в которой, как сказать, замешано несколько таких серьезных марок, шампанский фин, к примеру, или же, например, французские заводы государственные, Renault, или же Citroën, которые поставляли двигатели на нацистские, да, автомобили и танки. Причем нацисты даже не сменили там руководство, насколько я знаю. Да, да, то есть как бы французское, как бы вообще французское восприятие вот оккупации и войны, оно весьма довольно сильно отличается, конечно, от нашего. Вот, поскольку как бы действительно там, как бы, совсем другой опыт, не менее травматический, конечно. Вот. Но если возвращаться как бы, все-таки к вопросу, да, вот, по поводу того, что собой представляет альянсы сейчас, то, конечно, в общем-то, есть, как я сказал, определенная инерция. Как бы.
рассматривать как бы альянсы как инструмент как бы, вот, какой-то культурной политики, да, вот, языковой политики за рубежом. Вот, и как бы есть, соответственно, также вот со стороны тех, кто как бы, допустим, с альянсом готов конкурировать, есть тоже какое-то тоже вот такое тоже рудиментарное представление о том, что это как бы оппоненты и так далее. Но, на мой взгляд, сейчас это в большей степени все-таки памятник ушедшей эпохи. Потому что если быть абсолютно объективным, то как бы, вот, собственно, сфера языка, конкуренция языков, вот, она сейчас для французского языка неблагоприятна. Вот. Однозначно он проигрывает англосаксонскому языку. Как бы, да, вот, языковому нет, миру. Нет, английскому, не немецкому. Английскому проигрывает. А это с ну, с немецким там особенная драма. Как бы, немцы же когда-то уже объявили, когда вот, решался вопрос о языках Евросоюза, что у них у вас язык великий, но не всемирный. Вот так приблизительно сказали. Ну, вот. Такие дела. То есть, в этом смысле, как бы, здесь все-таки я больше считаю вот какой-то вот такой вот своеобразный памятник. Да, ну, понятно, что французская экономика далеко не самая бедная, дай бог им здоровья, и мы с ними посоревнуемся, не завтра, конечно, не я завтра. Так надеюсь, но посоревнуемся, не очень не завтра, но тем не менее, но это даже для такого государства накладно, тем более, что в самой Франции сейчас, увы, ну, очень нехороши социальные дела. Да. Вот, и тем не менее правительство, это же правительство выделяет. Ну, скажем так, с некоторых пор, мне просто сейчас запамятовалось, с какого точно года, где-то, в общем-то, уже 2000-е годы это было, французское правительство решило, опять же, столкнувшись с проблемой финансирования, своей вот достаточно амбициозной политики, значит, перевести альянс на рельсы, как бы, где-то подобные вот тем, вот, например, организациям вроде Гёте-институт немецкого, значит, затем американских организаций различных, то есть как бы на рельсы такого, скажем, фонда. Mm-hmm. Называется Fondation Alliance Française. Вот. Ну, на мой взгляд, в общем-то, этот переход еще далеко не завершен. Он как бы приобрел такой сугубо французский, такой бюрократический такой оттенок, что греха таить, что французы в плане бюрократии, они действительно были учителями русской бюрократии, в частности, это даже некоторые терминологии проглядывали. Вот. И сейчас, в общем-то, по большому счету, действительно, на Альянс Франсайз денег по-прежнему, так, ну, понимаю, у Французской Республики немного. Поэтому местная инициатива, ну, что греха таить, всячески приветствуется. И опять же, вот, то, есть, то, что французы называют пассион, увлечение, любовь, к французскому языку и культуре, ну, нельзя сказать, чтобы как бы, это было, как бы, эксплуатируется, но, по крайней мере, это та струнка, на которой французское посольство успешно играло в моем тоже самом случае. Потому что когда-то еще в незапамятные годы, в 90-е годы, в конце 80-х, фактически абсолютно как бы, за даром, в общем, зачастую за свой счет, мы с моими коллегами, вот, в частности с Андреем Лынчиком, моим коллегой по кафедре, тогдашним еще значит, участником этого процесса, мы ездили по стране, забирали выставки, которые тогда французы вот нам сюда направляли, везли в вагонах какие-то фильмы в тяжеленные, в катушках, вот, картины какие-то везли. Вот все это как бы сами делали, опять же, на голом, я бы сказал, французском энтузиазме. Потому что, опять же, подчеркну, значит, это энтузиазм, который мы впитали в свое время вот, через как бы, ту интерпретацию, которую нам давали в школе, в университете, о французской великой культуре, да, достаточно альтруистической. Хотя, конечно, на тот момент нам еще не акцентировали такие вещи, как, что у Флобера, к примеру, там есть как бы, два как бы, таких типичных как бы, что ли, французских примера. Это Бувар и Пекюше, которые далеко не романтичные и так далее и тому подобное. Но, тем не менее, вот на этом общем таком французском романтическом драйве мы много чего делали и продолжаем, кстати, делать. Сашенька, ну, абсолютно все, на энтузиазме. Все, что мы называем кайфом, мы делаем обычно за деньги. В КВН кто играет за деньги? Ну, абсолютно. Это unreal. То есть, поэтому... Нет, как деньги нужны на поездку, на декорации, конечно, еще на конечно. Что-то. Но, собственно, те, кто играют на этом же не зарабатывают. Все, что делается вот такого кайфного, особенно в молодости, оно делается... У КВН на КВН тоже очень романтическая жилка, как бы времен, да, вот Аглицкого времен, как бы тогда старого КВН еще, да, 60-х. Вот. А здесь только бы тоже ностальгия по оттепели и тому подобное. А здесь вот ностальгия по Франции, по той Франции, по которой, как многие полагают,
гуляют, кто-то поехал. Сейчас, говорят, уже как бы сейчас вот даже клуб, и нет. Вот клуб любителей этой самой французской культуры, этого. Вот давай попробуем отделить, если это, конечно, возможно, вот в Одессе, да? Да. Есть люди, которым французский язык нужен, ну, для каких-то прямых интересов, там, для бизнеса. Ну, ты, если не брать свободное время, преподаешь французский язык. То есть это да. Понятно, это работа. Работа административным менеджером, там необходим французский язык. А вот для кайфа, вот пообщаться, потусоваться, поговорить, вот велик ли этот клуб сейчас в Одессе? Ну, скажем так, мне кажется, он достаточно велик. В том смысле, что вот у нас, в отличие вот от других культурных центров, где больше все-таки собираются прагматики, у нас достаточно много еще вот этих вот, как французы их называют, «идиот du village», сельских идиотов, которые, значит, ну, просто приходят туда вот ради кайфа, да, вот получить удовольствие от самой французской речи. Ну, что греха таить, я вот сам, в общем, сколько уже с этой французской речью якшаюсь, до сих пор вот мне случается впадать в такое состояние транса, когда моя жена вот меня буквально вытаскивает из какого-то разговора с французами, потому что вот я вот в этой речи по-прежнему купаюсь. Вот. Ну, насколько я знаю, Альянс Францез раз в неделю делает. Или разговорные клубы, совершенно да, верно, да, с носителями языка. Да. Совершенно верно, вот, конечно. Плюс, ну, там вообще просто вот заходишь, то там все же как бы французская речь звучит, там надписи, там телевизор включен. То есть, как бы для людей, конечно, сказать, вот это как бы старые закалки, какие, в общем, там достаточно много, еще, несмотря на усилия, вот, потому что перевести нас на какие-то прагматичные такие, денежные больше, да, меркантильные рельсы. Не обязательно впрямую деньгами. Прагматичные отношения-то есть прагматичные. Вот. А так вообще... Вот теперь я сделал большую подлость. По-моему, тебе и Игорю Николаевичу, глубоко уважаемому мной Ковалю. А вот теперь давайте сравним, что происходит в клубе французского языка и что происходит во время учебного процесса французского языка в Одесском университете. Я сейчас скажу, я не знаю, я сейчас, наверное, выдам страшную тайну, я скажу, что по большому счету, вот что у нас вот в университете, в нашем факультете, и в частности на нашей кафедре есть замечательного, ну, на самом деле, это секрет Полишинеля, в общем, об этом все знают, поэтому, кстати, вот это объясняет ну, относительно популярность нашего отделения, но у нас, по большому счету, у нас на кафедре мы получаем тоже кайф. Как это ни странно, да, мы получаем кайф от французского языка, тот же самый кайф от французской речи. Вот. И к нам тоже приходят дети, которые, вот, ну, что греха таить, зачастую не имеют четкого плана по этой жизни, проекта, ну, это свойство многих сейчас детей. Вот. Но вот они тоже, вот где-то им передалось вот это вот увлечение. То есть есть, чувствуется, что студентам интересно учиться? Чувствуется. Значит, у нас всегда есть какая-то часть студентов, по большому счету, я считаю, пропорция особенно никогда не менялась, которая, ну, увлечена до такой степени, что вот просто вот если им попадается как бы вот какой-нибудь средний носитель французского языка, то ему не позавидуешь. Потому что я сам помню, когда я был только студентом младших курсов, я на бедных французах, которые там были редкость, отрабатывал все фигуры речи, все грамматические структуры, ну, как и Бронислава Нушича есть известная совершенно вещь, okay. Смешная, по поводу того, как он разговаривал с... Честно, задавал вопрос, сильно хотел, чтобы ты ответил примерно так, но сильно сомневался. Правда? Я получил удовольствие. Всегда очень здорово, когда людям интересно учиться. Когда людям интересно учиться, вырастают интересные люди, а, соответственно, они умеют делать свое дело. Да у нас, в общем-то, люди нас там преподают. Я должен сказать, что, в общем-то, вот коллеги, ну, что греха таить, ну, сейчас нынче корпорация преподавателей не слишком престижна, да, ну, знаем, там, грешки водятся всякие, у нас процент, удельный вес людей, которые остаются увлеченными, несмотря на материальные невзгоды и так далее, ну, просто, я бы сказал, неправдоподобно высок у нас на кафедре. А, ну, хорошо, ты нашел себя в жизни, вот ты сейчас вот административный менеджер, плюс вице-президент, все это вот прошло в жизнь. А что человек молодой, ну вот, допустим, если мы говорим о, ну вот сейчас предвыпускной класс, там, допустим, вот в 10 классе, следующий класс 11, выбирает специальность, дается ему французский язык. По окончанию университета, получив замечательные знания французского языка, что дальше? Ну, дальше, скажем так, дальше, надеюсь, будет лучше. Потому что, конечно, вот тот факт, что я нашел себе работу, вот, скажем так, ну, неплохо оплачиваемую, а с французским языком, на французском предприятии, это, конечно, редчайшее счастье, потому что многие выпускники нашего отделения, увы, идут работать с каким угодно языком, ну, я лучше, конечно, с английским,
Вот, чтобы просто какое-то применение найти своим знаниям. Потому что, честно говоря, на применение в самой как бы, сфере образования оно очень ограничено, и вообще это как бы, достаточно безрадостная вещь, к сожалению, учитывая состояние нашего среднего, очень среднего образования. Вот. А так вообще, мне кажется, здесь все-таки по большому счету есть, вот это вот как бы нюанс, необходимо уметь вот, преобразовать, просто какое-то, может, немножко ностальгическое увлечение, там, страсть, любовь, все-таки в этот самый проект. Потому что как бы, вот, сделать как бы, из этой страсти проект, не просто, как бы, чтобы это было как что-то такое волатильное, такое, да, вот, а уметь в своей жизни построить свою, как бы, себя, вот, создать, как, собственно, по большому счету, пару человек действительно с французским, так сказать, языком на моих глазах успешно сделали. Вот. То есть проект, мы говорим, как бизнес-проект? Нет, не обязательно. В данном случае нет, Александра Горачука. Нет, я не имею в виду бизнес-проект. Я имею в виду, как бы, прежде всего, проективную установку. То есть, как бы, человек, в общем-то, не, как бы, не ждет, когда ему французская манна будет падать с небес, а просто как бы, вот, активно как бы, двигаясь как бы, вот, по простому как бы, критерию, а вот там по-французски заговорили, да, он туда движется, ищет, значит, применение себе, знает как бы, себе цену, вот. И как бы что-то со временем вырабатывает какую-то вот идею. Саша, Саша, боюсь, не успеть, буду перебивать. У нас осталось, у нас осталось 5 минут. Беда с этим французом, нет, такие разговорчивые. Так это же замечательно. Нет, я же всегда говорю, что кажется, полчаса-то так много, то есть когда они в эфире. Я это знаю по опыту лекции в университете. Успеваешь сделать за полчаса, а эфир, опа, и вот и тут тебе режиссер показывает. Уже звонок, да. Саша, а теперь вот давай без ложной скромности нас ругать. Я о чем говорю? Твоими молитвами пообщался с французами на протяжении последних 2 недель. Сначала с моим коллегой, журналистом, потом в Одессе была делегация парламентариев французских. И я, естественно, за 2 встречи, ни в какое сравнение с тобой. Скажи, что приезжают французы, француз, который живет во Франции, что он приезжает и видит в Одессе? Я объясню, почему это важно. У очень многих легенда такая, то есть что одни ругают других, что вот они думают, что они завтра придут в Евросоюз, им сразу дадут кучу денег. Я понимаю, что в Одессе никто так не думает, думают как-то иначе. Те ругают этих, эти ругают тех. Что видят французы? Вот это очень важно, это очень интересно. Говорить о каком-то какой-то социологической фикции, среднем французе, я бы не стал, Ты общаешься с бизнесменами, да? Да. Вот что приехал бизнесмен, что он видит первых 2 недели? Конечно, у французов есть одно такое родимое свойство, недостаток. Это постоянно проекция. Они очень любят проецировать свои представления о мире, о вкусном, о красивом. На окружающий мир не находят и обижаются. Вот. Так вот, те французы, которые к нам приезжают с таким вопросом, это те, немногие, сейчас подчеркну, французы, которые пытаются что-то новое для себя открыть. Открыть, что ж такое Украина, потому что греха таить, несмотря на усилия многих выдающихся французов, в том числе Проспера Мериме и так далее, кто увлекался Украиной еще в 19 веке, для них это терра инкогнита. Вот. То есть это люди, которые все-таки пытаются снять какие-то шоры и увидеть этот мир, нашу страну, нашу реальность. Вот. Причем, в общем-то, опять же, я надеюсь, что в этом диалоге взаимных открытостей, поскольку мы с них ничего не скрываем, все рассказываем, как есть, в этом диалоге, в общем, все это вырисовывается какая-то будущая конфигурация Европы. Потому что, когда говорят о Франции, о ее ценностях и так далее, что греха таить? Современная Франция неоднозначное совершенно общество, государство, и вопрос денег очень болезненный, да, и вопросы иммиграции очень все болезненно. Так им как раз зачастую не хватает этого качества, которое, смеси... Того романтизма есть, ради... Да, совершенно верно, какого-то доли романтизма, плюс еще умение видеть другого. Недаром французские философы долбили увидеть другого, другое это ад и так далее. Увидеть другого. Я надеюсь, что в этом... встретимся мы когда-нибудь все-таки в этом европейском пространстве, которое будет иначе называться, может быть, но мы там встретимся, я в этом уверен. Замечательный человек, Александр Горачук.
Шевалье ордена за заслуги Франции. Мой давнишний знакомый, чем теперь горжусь дважды. Преподаватель, очень интересный человек, по-прежнему с тем самым французским романтизмом на Одесской земле. Большое спасибо, что нашел время к нам прийти. Спасибо. Уважаемые телезрители, спасибо, что были с нами. Мы прощаемся с вами. Я думаю, что вам сегодня было интересно. Оставайтесь на Медиаинформ, и будет не менее интересно дальше. Всего хорошего.